Где-то 100 тонн готовится сейчас. Угу. Вот. А сегодня 100% готовность на 10 тысяч пакетов. Угу. 1000 пакетов уже готово. Угу. Вот девочки собирают постепенно. Вот мы можем пройти, пока я покажу наборы. Готовы вот такие наборы, вот такие коробки. Один набор, да? Да, один набор. Мы ее назвали «Коробка добра». Здесь продукты мы выбирали не просто так. Например, вот эти акульчевские наши татарстанские продукты. Ага. Мы смотрим то, что хорошие отзывы, много Понятно. Покупают, мы включили только. Вот, у нас есть татарстанская казанская бумага Нега. Угу. Вот есть. Ну, прям со всей России. Еще Челябинская и так далее. Прошу прощения, хотел бы отметить очень интересный вот момент. Вот эти антисептики, это одна компания, она вот тоже нам предоставили бесплатно, причем именно на социальной такой основе. Как вот. Узнали? Вот, да, как услышали о том, что мы такую акцию запускаем, вот тоже предоставили. То есть... Они тоже наши поставщики просто, и вот об этом узнали и решили Вы помочь. Вы планируете эти коробки добра раздавать по Казани или шире у вас будет охват? Смотрите, в первую очередь мы хотим взять Казань, да, вот со списками социальных служб проработать, это там в открытая Казань в первую очередь. А дальше уже, если эта история хорошо зайдет и найдем дополнительных спонсоров, да, меценатов, которые mm-hmm. будут готовы нам помочь, то почему вы там на все города нашего присутствия это не расширите? У нас как раз в Татарстане это Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Иннополис. То есть на эти города мы можем быстро сравнивать. Очень вас желающих помочь сейчас большое количество. Важно, чтобы не было всяких аферистов на этом пути. А вы как раз та площадка, когда если благотворитель... Есть желание помочь какому-то количеству семей, есть обратная связь, фотография, доставка, да, делаете да. вы это бесплатно, поэтому я думаю, это такой же хороший формат для того, чтобы количество благополучателей росло и география росла. Очень важен такой новый продукт в нынешних условиях. Молодцы, что мы с вами знакомы больше года. Ваши мысли я помню, обогнать Алибабу, ну, да, но да, сейчас да. жизнь. Алиэкспресс. Да, Алиэкспресс. Я про то, что не было бы счастья, несчастье помогло, но такая ситуация, когда новые проекты, они и важны, и нужны. Очень хорошо, что вы для площадки выбрали Казань. Социальные службы, районные администрации города будут вам помогать в том, чтобы именно нуждающиеся категории попадали в адрес благополучатели, мы здесь в этом вам поможем. Ну и тот размах, то, что вы сегодня готовы предоставить аж 10 тысяч коробок добра. Во-первых, хочу вас поблагодарить. Во-вторых, призвать, чтобы большее количество желающих помогать тем, кто попал в трудную ситуацию в Казани, за ее пределами, росло.
А Бог увидит и ваше процветание, вашему бизнесу. Спасибо. Казань Экспрессу мы желаем, чтобы все было, все у вас получилось. Спасибо большое. И, Сурович, хотелось бы также добавить, вот мы уже первые коробки отправили, начали получать обратную связь. Угу. Например, вот говорят, что не хватает сгущенного молока. Ага. Да, вот мы тоже какие-то наборы будем комбинировать, где-то что-то менять. То есть в течение, я думаю, ближайших 2 дней мы получим обратную связь, где-то что-то доработаем, где-то что-то изменим, чтобы этот набор был там максимально круто, нравился нашим. Сейчас уже тоже не помещаемся, да, вот это вот помещение, пока что оно по соцнужды, вот в дальнейшем уже будет использоваться нашими силами, и мы планируем сейчас новый склад строить начинать. У нас есть предварительные договоренности с Иннополисом, uh-huh. есть договоренности с Зеленодольским районом, то есть, может быть, здесь на территории ТАСЭР будем делать. Пока что... это ТАСЭР, да, считается? Да, да. Ну, ваше желание и это тот случай, когда и на Бога надейся, но сам не оплошай. Поэтому беспрецедентные меры по самоизоляции предпринимаются, по контролю. И очень важно, что в такие моменты появляется ответственный бизнес в вашем лице, который готов прийти на помощь, не просто прийти на помощь, раздать продукты, а сделать это, ну, максимально соблюдая все санитарные требования, нормы. Обезопасивая и тех, кто доставляет, и самое главное, старшее поколение, бесконтактная доставка, приехали, поставили, вместе поработаем. И надеюсь, ваш хороший пример послужит другим нашим бизнесменам в плане поддержки нуждающихся. Такие, к сожалению, количество будет расти, поскольку бизнес встал. Нам уже обращаются и дети с инвалидами. Вот, и малоимущие, помимо стариков, то есть обращений много. Мы во все времена, и россияне, и татарстанцы в том числе, отличаясь тем, что они сердобольные люди, неравнодушные. Mm-hmm. И вот мы сейчас поколеть ваш пример, пример наших волонтеров. Каждый день к нам на горячую линию поступает в мою приемную, на мою электронную почту. Все больше и больше желающих помочь. Не сидеть в этот момент, а развозить продукты, медикаменты, какую-то посильную помощь оказывать. Поэтому вместе обязательно победим и пройдем эту сложный период, сложный этап в нашей жизни. Поэтому берегите себя, ребят. В наборе будет 20 наименований. Просто подходим.